Всем привет, вы на канале Minecraft Planet и новое видео. Да, на карантине. Ко мне в руки попала пара вот таких вот живородящих ящериц. Они недавно вышли из зимовки и, в общем-то, такие они были достаточно вялые. Поселились они в таком небольшом, достаточно некрупном террариуме. Обустроил я его, ну, просто на дно насыпал сосновой коры и кокосовой стружки. Также положил укрытие, влажную камеру, поилку и такую, так сказать, кормушку с кальцием. Что-то наподобие какой угля. Это, скорее всего, две самки. По крайней мере, я так определил. Были пойманы они в лесу. Именно поэтому я подумал, что сыпать песок, которого мне и так нужно, будет не очень логично. Но все же было принято решение положить, так сказать, землю, то есть кокосовую стружку и сосновую кору. Ящерицы достаточно активны, постоянно ползают, днем вылезают на камень, который также стоит в террариуме, чтобы погреться на солнце. Коврик с подогревом ставить я им не стал. Все-таки на улице еще холодно, и думаю, это не имеет значения. Все-таки это дикое полностью животное. Поставлю по мере необходимости. Пока что этого делать не буду. Кстати, грунт также регулярно увлажняется. Встал вопрос, чем кормить этих самых животных? Две ящерицы. И на помощь пришел замороженный мотыль для аквариумных рыбок. Ящерицы обе его уплетают с достаточно большим аппетитом. Больше ничего они, кстати, есть не будут. Так как и это не только что-то живое, чего, кстати, сейчас трудно достать, так как карантин. И вот размороженный мотыль, они стали есть, несмотря на то, что это никак не шевелится. Не знаю, чем он их так привлек. Не знал я это абсолютно случайно, дал ради интереса. Кормлю их также каждый день. Возможно, когда магазины откроют, я куплю для них другую пищу. Точнее, живую, какую-нибудь мелкую. А пока будем кормить замороженным мотылем. Кстати, на следующий день после съемок данного видеоролика одна из ящериц полиняла, то есть бросила шкуру. Кстати, в отличие от эублихаров, мне показалось, что они ее совсем не едят. Ну, в общем-то, вот, две ящерицы. Будем наблюдать, пока сидят в этом небольшом террариуме. Вот такое видео было. Всем желаю здоровья. Всем пока. Вы были на канале MyPetsPlanet. Всем пока.